Все, входим, брат, позвонок. Давай, айта мне там. Да, ну слышишь? Могу узнать причину. Какую причину? Как таковых сейчас постов нету. Ну, здесь есть что? Санитарный. Где санитары? Санитары здесь? А в чем проблема? Ну, пойдемте, все. Ну, маску оденьте, пожалуйста. Долго будем стоять, ждать? А вы что, долго стоите? Я, да. Да вы что? Сколько? Я опаздываю. Куда опаздываете? На фирму. Мне нужно на завтрашний день получить командировочные. Вас хотел по базам. Ну, пробивать. Да. Пробивать же сейчас. Пробьем, посмотрим. А почему вы так возмущаетесь-то? Да потому что опаздываю. Я понимаю. Я тоже не играю уже, правильно? Все то. Вот этот куриную ножку где взяли? В Предгорном. Купили? Да. Себе? Собаки. А. Ну, получается. Ну, домой. Слышно, два. Да, да, да. Для чего снимаете? На память. Себе? Конечно. Нет, себя можете снимать, я не запрещаю. Если я вас просто... Я ваше лицо не снимаю. Нет, слушайте, я просто могу вас предупредить. О чем? Если в соцсетях где-нибудь вот это видео окажется... Вы государственный служащий. Да. Не распространяется на частные лица. Госслужащие. Просто слушайте. Я вас просто предупреждаю. Я как? Командир, вы делаете... Я имею право вас в суд подавать потом, если... Как гражданин имеете. Да, я поэтому... Но вы сейчас на службе, правильно? Да. Во-первых, пост санитарный. Стоите без санитаров. Ну что, сами же измеряем же. У вас образование медицинское есть? Нет. Ну, о чем речь? Вы читать умеете? Умею. Цифры читать. И считать, и читать, и писать умею. Посмотрим. В случае чего, вызовем, пожалуйста. Держите, пожалуйста. Все? У меня пока нету. Я думаю,